Маринет, поезд через час. Ты собрала чемодан? Я плохо себя чувствую, пап, но это не страшно. Поезжайте без меня. С тобой ведь ничего серьезного. Ну, а если что, мы всегда сможем найти врача в Лондоне. Я пошевелиться не могу, так голова болит. Разве у тебя не живот болел 10 минут назад? Наверное, боль перемещается. Это самое ужасное. Хватит, мы знаем, что происходит. Происходит? В каком смысле? На самом деле, ты не хочешь ехать к тетушке Шуинь, потому что она невыносима. Но так уж повелось, мы навещаем ее раз в год, и в Лондоне будет здорово. Мы попытаемся периодически от нее избавляться. Я все слышала, Сум. Давай, вставай и собирайся. Мы семья и боремся с катастрофами вместе. Это я тоже слышала. Не заставляй меня ехать одного. Я все отмазки на целый месяц использовала за один раз. И все равно не сработало. Что же мне делать? Леди Баг не может покинуть Париж. Но семью ты тоже бросить не можешь, Маринет. Ладно, по пути придумаю оправдание получше. Ведите себя хорошо, я скоро. Кажется, я подвернула лодыжку. Теперь я вообще не могу идти. Я тебя понесу, милая, не волнуйся. Даже супергерои не могут справиться с родителями, которые едут в отпуск. А интеллект у него не искусственный. В прошлый раз робот пошел против него. Кошмар, он не может снова вселять в него Акуму. Наоборот, Доусу, это хорошо. Когда мотылька победят, мы освободимся. Вот точно, прекрасно, прекрасно. На этот раз я сделаю так, чтобы робот меня не предал. Дусу, Нуру, двойная метаморфоза! Лети, мой прекрасный Амок, и оживи мое творение! Хаксан, ты создан для того, чтобы наделить эмоциями робота. Благодаря тебе я снова вселю в него Акуму. Ты точно не из нервных. Я успею 1000 раз отжаться, прежде чем ты сделаешь круг на роликах. Ты так любишь проигрывать, Ким. На старт! Внимание! Марш! Раз, два, три, 4, 5, 6. Марк, твоя новая формула произведет революцию. Ты гений! Я просто хорошо запрограммирован, мадмуазель Дюбокаль. 13, 14, пешка на F4, шах и мат, Андрей. Невероятно, ты снова выиграл, Марков. Срочно, встретимся на северном вокзале, будь одна. Дай угадаю, Маринет опаздывает. А, нет, это мама, я должна с ней встретиться, одна. Ладно. Поезд номер 696 до Лондона отправляется. Пожалуйста, отойдите. Маринет, не пытайся сбежать. Да, с моей сестрой бывает непросто, но если я смогла прожить с ней все детство, выходные ты точно переживешь. Мам, мне срочно нужно обнять Алю. Она же моя лучшая подруга. Хорошо, но давай быстро, поезд отправляется. Похоже, у нас нет выбора, Тики. Все будет хорошо, Маринет. Ты не можешь уехать. Что делать, если тут появится суперзлодей? Ну, мы справимся. Вот. И что мне с этим делать? Если все пройдет хорошо, ничего. Если нет, стань Леди Баг и не забудь кормить Квами. Поезд номер 696 до Лондона. Я доверяю тебе. Пожалуйста, отойдите от платформы. Звони, если будут проблемы.